придумал, что попал в самое прекрасное место в мире. А это и есть самое... Ты собрался? А? Ну, я гулялся немного. А пока собирался, дождь пошел, да? Ну, да, да. Теперь ждем, когда дождь закончится. Нет, у меня даже закончится. Нет, а что под дождем намыкать? Заболеть можно, сейчас холодно. А кто это тут такой динозаврик? Нет, это жирник туз. Только надо идти динозавра. Да? Понятно, в дождевике динозавра. Под дождиком вышел погулять, да? Да. Ну ладно, играй. А я пойду сейчас вон ту ванну нашу, емкость для полива, мыть буду. Тоже одела дождевик, вспомнила, что они у нас имеются. Осень на дворе, дожди начались. Вот, а чтобы работу выполнить, нужно все равно выходить во двор. Пока собирались, такой дождь сильный был. Потом он немножко накрапал, и сейчас опять сильный начался. Сейчас я камеру спрячу вот здесь у нас под ванной, под навесом. И буду снимать все, что я собираюсь делать. А именно мыть эту ванну и убирать на зиму. Ой, дождь сильно начался. Побежали быстрее в укрытие. Не получится, похоже, работу сделать. Я думала, немножко перестал дождь. А он опять с новой силой как ливанет. Даже дождевик здесь не поможет. Мы тут в укрытии, в душ наш летний, да? Да, я приехала. На улице сильнейший ливень. Щетку.
все, белоснежной ванны уже не станет, поскольку поливали огород, зелень, все это там перемешку от грязи частично отмыло. Сейчас еще раз ополосну и занесу под крышу хозпомещение, на зиму храниться будет там. Там не надо. Ванна готова, сейчас немножко обсохнет, и тогда уже будем заносить под навес в хозпомещение. Ну, наконец-то! Живу бояться, ее доедаю. Ну как? Чтоб теплая была, сейчас холодно разбавляю, и будет теплая. Вот сейчас теплая. Тихо ты, лицо. Подожди, у тебя там черные точки на лице. Так брызгался, что брызг прямо из руки. Я слышу с вами.
Одеваемся, что там. Ой, а что у тебя куртка мокрая? Ужас. Я запекаря булок. Молодец. А зачем ты его мукой засыпал? Колобок свой. А? Вот. Для чего? Ну, это потом ты это засыпаем муки. Что? Чтобы не липло? Да, чтоб не липло. Молодец. К скалке. К скалке? Да. Такие слова знаешь ты. А в руках у тебя что это такое? Как называется? Не, вот это вот. Мука откуда сеялась? Из этой чашки. Ну, чашка как называется? Не знаю. Сито. Вот это. Это твой мотоцикл, что ли? Нет, не мой. А чей? Это чужой мотоцикл. Да? А я думала, твой. Думала, сейчас сядем, поедем. Дрын-дрын-дрын-дрын. Ну, идем. Идем же. Идем, не бойся, давай руку. Идем. На дворе 28 сентября. Сегодня ночью были заморозки. И вот в умывальнике толстый слой лёда. Сейчас будем его топить. Вот он. Кусок целый. Вот так вот замерзла вода.
Так что умываться на улице теперь уже холодно. Будем закругляться с дачным сезоном и уезжать в город.